ВТБ «Капитал» стал инвестором фармацевтической компании «Бинофарм Групп». Дочерняя структура АФК «Система» продала 11,2% акций «Бинофарм Групп» компании подконтрольной ВТБ «Капитал». Сумма сделки – 7 миллиардов рублей. При этом АФК остается управляющим акционером «Бинофарм Групп» с долей 75,3%. По итогам прошлого года наш прирост составил 30%, это примерно в 3 раза больше, чем вырос весь фармацевтический рынок. По итогам первого квартала текущего года мы выросли еще больше, наш прирост составил 38%. Мы растем не в одном конкретном сегменте, а показываем хорошие результаты как в продажах в рознице, так и в продажах в тендерном сегменте и продажах на экспорт. Мы заботимся о операционной эффективности. В этом году закончили реконструкцию одной из наших площадок в городе Ставрополе и начали реконструкцию крупнейшей площадки в городе Кургане. «Бинофарм Групп» объединяет 5 производственных площадок в разных регионах страны. В портфель компании входит более 450 регистрационных удостоверений препаратов, в том числе вакцина от коронавируса.